Армыз құрметті футбол сүйерқауым, Қазспорт телеарнасы Олимпиад Қазақстан Кубогының 8-1 финал аясындағы Ақжайық Қайрат ойынан тікелей көрсетілім ұсынады. Ендеше, дереу командаларын құрамдарын таныстырып өтелік, әліппесе қазір ойын басталып кеткеннен кейін бізде Қайратта Ақжайықта футболшыларды емін-еркін таныстыруға мүмкіндік бере қоймасы анық. Қонақтар алаң иелерінен бастайық, иә. 30-шы нөмірде Родион Сянгук, қақпашы. 14-ші нөмірде команда капитаны Бауыржан Омаров, әрі қарай хаттама бойынша Денис Яскович, 2-ші нөмірде, 7-ші нөмірде Бекзат Имангазиев, 10-ші нөмірде Николай Агапов, 13-ші нөмірде Мирам Сапанов, 19 Максим Гладченко, 25 Завен Бадоян, 27 Бағдаулет Көгілімқос, 77-ші нөмірде Эльдар Абдрахманов және 97-ші нөмірде Вагин Айрапетян. Өте тамаша тартып ала білді. Тамаша Эльдар Абдрахманов, Эльдардың әуелете асырған пасы қақпаға соққы жасауға кім бар? Өте тамаша пас Елдардың тарапынан. Подач на дальнюю штангу. И вот здесь можно пробить. Это скорее наброс в сторону ворот. И еще одна попытка от гостевого коллектива. Және ойынның алғашқы жарты сағаты артта қалды. Ала Ақжайық әлі әзірге қорғаныста. Жестко играют защитники. И опять же, Баймбет пропускает этот эпизод мимо внимания. Нужно понимать, что вары у нас сегодня нет просто-напросто. А вот здесь пас на ход получился и удар. Между ног не проследовал. И еще одна попытка. Гол! Но это офсайд. Сакен Баймбет поднимает руку. Мы не видели лайнсмена, но гол Бағдаулета Көгілімқоса отменяется. Отметим вот эту передачу. Ваган Айрапетян. Классно. Отметил открывание партнера. Дал передачу за спину. Причем низом вот здесь отборолся. А дальше, получив пространство, моментально разобрался. И в офсайде был как раз-таки Николай Агапов. Нам бы посмотреть в слоумо. Но не здесь и не с этого ракурса. Тут мы ничего абсолютно не поймем. Ульянов свел ноги, закрыл домик. Дальше Көгілімқос. Никого рядом с ним. Где опорники, где Буранчев, где все остальные. Большой вопрос. Прошел с тремя победами. Ну-ка, Бадаян опять очень активен. Көгілімқос можно отдавать направо. Наверное, нужно просто-напросто. Эльдар Абдрахманов одного. Проходит подача. Ну так, чуть наотмашь, кажется. Как получится. А получилось неплохо. Потому что есть подбор и угловой для хозяев поля. Так в касании решил Ваган зарядить. Подача на дальний край. И принимается мяч. Где удар? Его пока нет. Но Ақжайық что-то может придумать. Здесь Абдрахманов отдает передачу. Айрапетян бьет. Заблокирована первая попытка. Вторая. Бағдаулет Көгілімқос. Пока вы пробьете, солнце взойдет. И уйдет в закат. Удар! Какой хороший Айрапетян! Но вновь мимо ворот. Как же долго. Если Айрапетян, только взгляните, принимает решение, ну, моментально практически, он попытался пробить и до этого в одно касание. И здесь тоже только выкатил мяч и сразу с правой зарядил. И потом вспомните о попытке Көгілімқоса. Бағдаулет Көгілімқос, Завен Бадаян, Максим Гладченко сынды жігіттер, Бауыржан Омаров бастаған жігіттер бүгін алаңда барын салды. Ал Сакен Баймбеттің ысқырығы бұл ойының 0-0 есебімен аяқталғанын білдіреді. Сіздермен бірге болған мен Әзіз Жұмайділ және әріптесім Дидар Қадыров. Бейбіт күндері жүздескенше.